Вчера их разогнали, двоим активистам даже дали административный срок. Но сегодня остальные ипотечники снова на исходной. Терять им все равно нечего. Люди взяли деньги в долг, банки хотят отобрать жилье за неплатежеспособность. Второй день эти граждане пытаются попасть на прием к гаранту Конституции. Но на пути к лидеру нации – полиция. Мы хотим донести до членов, до президента или до Ахметова о том, что идет наглое воровство, наглый обман людей. Все те программы, госпрограммы, которые были выпущены для решения проблем с кризисом и с ипотечкой, они не работают. Не работают или работают на пользу банков. Так проблемные заемщики трактуют всю политику правительства. Вчера они митинговали, сегодня, кажется, поняли. Главное тело страны вне зоны доступа. Свои чаяния и надежды люди связывают теперь с этим ящиком для обращения граждан перед самой резиденцией президента.